Вот такое вкусное домашнее мороженое из сливок мы сегодня будем готовить без заменителей молочного жира, натуральное. Всем приятного аппетита! Сегодня приготовим домашнее мороженое без заменителя молочного жира из 33% сливок. Предварительно эти сливки нужно поставить в холодильник на сутки, чтобы они охладились, были охлажденными. Выливаем сливочки в планетарный миксер. На кончике чайной ложки добавим эритритола, ну, либо сахарной пудры можно, либо сахара. Закрываем и будем взбивать. Сначала на медленной скорости, потом будем скорость увеличивать. Вот такое вот мороженое у нас получилось. Теперь будем его перекладывать в формочки. Перекладываем в формочки. Вот такое количество мороженого у нас получилось из 500 грамм сливок, 33%. Теперь это мороженое убираем в холодильник, в морозилку. Ну а дальше посмотрим. Вот наше мороженое замерзло. Сейчас будем его пробовать. Такая красивая бабочка. Можно натереть сверху, посыпать шоколадом. И украсить миндальными лепестками. Приятного всем аппетита!